Главные претензии Роспотребнадзора – трещины в полу, где может скапливаться грязь, а также течи в потолке и стенах, из-за которых образовывается плесень. Производители и продавцы, выставляющие товар на местных прилавках, обеспокоены. Нет у нас вариантов. Никаких. А где? Куда мы? Кому мы нужны? Везде все закрывается. Закрывая центральный рынок, вы не понимаете того, что вы лишаете города нормальной продукции. Это единственное место, в котором есть нормальная продукция. У нас работает, извините, лаборатория, которая все проверяет постоянно, каждую неделю. У нас лаборатория все проверяет. Где вы на улице видели, чтобы проверяли? Это уже не первый раз, когда Роспотребнадзор выдвигает претензии к владельцам центрального рынка. Противостояние идет с 2011 года. И хотя ряд нарушений за это время были устранены и даже был проведен косметический ремонт, ведомство все равно считает, что старое здание в нынешнем виде непригодно для торговли продуктами питания. В прошлом году на состояние крытой ярмарки обратил внимание и губернатор края Виктор Толоконский. Тогда директор заверил его, что в ближайшее время здание отремонтируют. Вот старое здание, которое мы обговаривали сегодня, эту позицию, мы будем реставрировать его. С заменой всех прилегающих столов, всех коммуникаций и фасада. Будем придавать фасаду внешний вид, который должен по сегодняшний день там стоять. Однако с тех пор практически ничего не было сделано, а сегодняшнюю ситуацию в руководстве рынка и вовсе не стали комментировать. Стоит отметить, что сейчас в городе действует 8 крупных торговых точек, на которых создано более 250 мест для сбыта именно продовольственных товаров. Но для покупателей центральный рынок уже стал своего рода символом. Ходят туда во многом по привычке. Мне кажется, на самом деле это уже даже историческое какое-то место. Насколько я помню, очень давно. И очень популярны, и любят его горожане. Мне кажется, тут еще нужно учитывать и мнение, наверное, все-таки жителей. И один центральный рынок в Красноярске, самый крупный такой. Я считаю, не стоит этого делать. Люди ко всему уже привыкли. Это уже устоялось, как говорится, традициями, годами. Владельцев рынка неоднократно штрафовали за нарушение санитарных норм. Когда же на состояние крытой продуктовой ярмарки пожаловались горожане, в Роспотребнадзоре решили обратиться в высшую инстанцию. Решением Центрального районного суда определено, что не все меры приняты для устранения нарушений. И решением суда работа центрального рынка, эксплуатация центрального рынка должна быть приостановлена по истечении срока, определенного для обжалования госсубъектом. Чтобы продолжить работу, администрация крытой продуктовой ярмарки должна до 23 декабря устранить все претензии Роспотребнадзора или успеть обжаловать решение районного суда. Иначе рынок закроют накануне Нового года. Сергей Сеславин, Павел Потылицын. Новости.